Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов. И сегодня мы с вами научимся делать выпрыгивание со штангой из низкого седа. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Выпрыгивание со штанги из низкого седа в первую очередь тренирует взрывную силу ног и скорость. Соответственно, важен не вес на штанге, а правильное выполнение поддержания скорости в подходе. Также данное упражнение позволяет хорошо привыкнуть к такому приему, как отбив, когда в нижней точке происходит отталкивание мышц друг от друга, мышц голени от мышц бедра, за счет чего происходит раскачка и вставание из полного седа становится инертнее. Главное в данном моменте не расслаблять поясницу и не заваливаться на носки, тогда данный принцип сработает на 100%. Разберем технику выполнения данного упражнения. Гриф располагается как в приседаниях со штангой на плечах. Поставьте ноги на ширине плеч или чуть шире, носки разверните слегка в стороны. Прогнув поясницу на вдохе, начинайте приседать низкий сед. В нижней точке совершите отталкивание. Как бы пружинящим движением опуститесь в самую нижнюю точку низкого седа, не расслабляя поясницу. Примечательно то, что имея большой запас приседей на плечах, маленький вес данного упражнения может и не просаживать вас так низко, как рабочие веса в приседаниях. В связи с этим опускайтесь на ту глубину, на которой чувствуете отбив. Оттолкнувшись из низкого седа, как можно быстрее начинайте выпрямлять ноги и совершите прыжок в высоту, придерживая снаряд на плечах. Прыгайте так, как будто хотите допрыгнуть до баскетбольного кольца, то есть вытягивайтесь, не экономьте высоты. Приземляйтесь на полную стопу, сразу же амортизируя нагрузку сгибанием ног, а не останавливайтесь в полуприседе или стойке. Новичкам я рекомендую выполнять данное упражнение исключительно на технику и с гимнастической палочкой или пустым грифом по 6-8 повторений в 3-4 рабочих подходах. Со временем, приобретая технику мастерства, можно выполнять данное упражнение с минимальными весами до 30-40% от вашего приседа на плечах. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.